Ну так, мы немножко подобрались все-таки к бардовской части нашей программы. Есть несколько бардовских песен, которые мы должны спеть хором. Ну, не так давно, 8 августа, отмечался День альпинизма. Но у нас с этим делом все хорошо. Песен альпинистских очень много. Но все-таки вот Лидия выбрала в этот раз песню Юрия Висбора. Я сердце оставил в Ванских горах, теперь бессердечный хожу по равнинам, и в тихих беседах, и в шумных пирах я молча мечтаю о синих вершинах, когда мы уедем, уйдем, улетим, когда оседлаем мы наши машины, какими здесь станут пустыми пути, как будут без нас одинокие вершины, какими здесь станут пустыми пути, как будут без нас одинокие вершины. Лежит мое сердце на трудном пути, где гребень высок, где багряные скалы. Лежит мое сердце, не хочет уйти по маленькой рации, шлет мне сигналы, когда мы уедем, уйдем, улетим, когда оседлаем мы наши машины, какими здесь станут пустыми пути, как будут без нас одинокие вершины, какими здесь станут пустыми пути, как будут без нас одинокие вершины. Я делаю вид, что прекрасно живу, пытаюсь на шутки друзей улыбнуться, но к сердцу покинутому моему мне в Ванские горы придется вернуться. Когда мы уедем, уйдем, улетим, когда оседлаем мы наши машины, какими здесь станут пустыми пути, как будут без нас одинокие вершины, какими здесь станут пустыми пути, как будут без нас одинокие вершины. Я сердце оставлю в Ванских горах,